Привет. Да? Ищешь что-нибудь особенное? Привет. Да? Пока. Да? Береги себя, сладость моя. Эй! Рад тебя видеть. Добро пожаловать в Ривет-Сити. Подожди, пока выдвинется трап. Что ж, ты держишь слово. Кто бы мог подумать? Спасибо. Да, да, ты мой герой. Только не слишком сдавайся. Но если серьезно, то спасибо за помощь. А ну стой! Назови свое дело в Ривет-Сити. А кто твой отец? Если он живет на корабле, я его знаю. Доктор Ли, значит? Что ж, придется пораспрашивать доктора Ли. Ну так иди. Она, наверное, в научной лаборатории. Но чтоб никакой мне уголовщины, ясно? Это самый безопасный город на всех пустошах. Сюда никто не может пробраться без разрешения. Ну, давай. Эй! Я на службе. Давай побыстрее. Пока. Да, да, ты мой герой. Только не слишком сдавайся. Но если серьезно, то спасибо за помощь. Тебе мой никчемный сынок Джеймс не попадался? Сообщи мне или кому-нибудь из охраны, если увидишь что-то подозрительное. Рад тебя видеть. Садись, где тебе удобнее. Сейчас кто-нибудь подойдет. Вчера в городе была какая-то... Вчера ночью было так Сейчас шумно, я подойду. Совсем не спалось. Может, в быстрой дозе найдется что-то от бессонницы? У Синди любая химия есть. Я попробую. Добро пожаловать на галеру, Гэри. Можно принять у тебя заказ? Это в честь моего папы. Он классный повар. Тут шумно, темно и дурно пахнет. Зато безопасно. Никаких рейдеров и супермутантов. И может, доктор Ли даже сумеет обеспечить нас чистой водой? Она редко общается с людьми. Все время проводит у себя в лаборатории на корме. Но она умная. Очень умная. В смысле, приударяет ли за мной кто-нибудь? Нет, они почти все вежливые. Не обращают на меня внимания, даже когда я сама с ними заигрываю. Вот, например, Диего. Ну, кто-то из нас точно любит другого. Но мне порой кажется, что он меня вообще не замечает.
Ну да, конечно. Не думаю, что у меня получится его достаточно напоить. Эх, были бы у меня муравьиные феромоны. Трини говорит, они сводят мужчин с ума. Спасибо за визит на галеру, Гэри. Эти стены ничто не... Да, да, ты мой герой. Только не слишком сдавайся. Но если серьезно, то спасибо за помощь. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Нет, я ничего не видел. Это быстрая доза. В смысле, так лавочка называется. Наша с Поли лавочка. Меня зовут Синди. Синди Кантелли. А, ладно. Ты скажи, если тебе что-то понадобится. Ну, в смысле, купить. Бедняжка. Как бы мне хотелось ей хоть чем-нибудь помочь. Этому парню надо ее просто трахнуть. Обоим пошло бы на пользу. Не сомневаюсь, что ты скоро вернешься. Эй. Эй, привет. Добро пожаловать в наряды Потамака. Я Беннон, хозяин магазина и член городского совета. Я продаю выдающиеся наряды для выдающихся клиентов. Прямо к цели. Мне это нравится. Отвратительно, не правда ли? Кому-то следует вправить этому мальчишке мозги. Он ведь будет священником, так что он забыл рядом с этой девицей. В совет входят доктор Ли, шериф Харкнесс и я. Мы собираемся по понедельникам с утра. Я человек очень влиятельный, знаешь ли. Куда больше, чем Сигрейв Холмс. Повредить? Конечно, нет. Хотя, возможно, он хочет занять мое место в совете. Он темная личность, хотя у меня нет доказательств. Вот если бы кто-то нашел улики у него в каюте, скажем так, я был бы очень благодарен. Возвращайся поскорее. Не лезь ко мне со своими проблемами. Это оружейный магазин снаряда и шрапнели. Запоминается, да? Оглянись вокруг. Если что-нибудь понравится, я буду здесь. Здесь? В Ривет-Сити? Я вооружен. И большинство остальных ребят тоже. Это не считая охраны. Сходи в бар у руля. Они там на нижней палубе много вопросов не задают. Если тебе нужны патроны, здесь они и водятся. Вот похимич еще, и у тебя будут проблемы. Кончаются. Что у тебя есть? У тебя проблемы? Мы с Бенноном и доктором Ли встречаемся по понедельникам с утра и обсуждаем важные для города вопросы. Все происходит довольно просто. У совета нет никакой особой власти. Она входит в состав городского совета, заведует тут научной лабораторией. Не беспокой ее без надобности. Ее лаборатория на корме корабля. Ну давай. У меня тут всего понемножку. Вы чистая вода. Приятно познакомиться. Я Вера Уизерли, хозяйка гостиницы Уизерли. Не стоило бы тебе этого говорить, но знаешь Поли Кантелли? Он подсел на химию, его бедная жена Синди совсем голову потеряла. Что не знаешь? Анжела втюрилась в Диего.
Но он же священник, так что держит ее на расстоянии. Однажды она просто набросится на него и отлюбит. Говорят, мистер Лопес совсем сдал. Он часами стоит на самом верху надстройки и молча смотрит на город. Бедный малыш. Я знаю, что такое остаться одному. С удовольствием возьму его. Не волнуйся. У меня есть возможность сделать так, чтобы он был сыт, здоров и, самое главное, в безопасности. О, это чудесно! Если ты когда-нибудь забредешь в Ривет-Сити, зайди нас проведать. Мы тебе всегда рады. Где мы кончим, где же? Приятно снова тебя видеть. О, да, она от него без ума. Он ей отказывает, но все равно проводит с ней много времени. Это не слишком порядочно по отношению к девушке. Прощай. Охранник у ворот говорит, больше часа стреляли. Здорово! Я Сигрейв. Сигрейв Холмс. У меня тут всего понемножку. Никак. Никаких гарантий на пустошах. Обмена и возврата тоже нет. Да, и если ты что-то сломаешь, ты это купишь. Ага. Старик Пинкертон. Говорят, он еще из основателей Ривет-Сити. Должно быть какой-то чокнутый гений. Он вроде как пропал давным-давно. Не знаю, куда он делся, но можешь поспрашивать на корабле. Украсть? Едва ли. Он управляет советом так, как будто это его личный банковский счет. Он должен представлять все заведения на рынке, не только себя. Самое время его заменить. Он крепко подсел на эту дрянь. Рано или поздно она его погубит. До скорого! Было плохо. Позволь мне представиться. Я Гэри Стейли, шеф-повар и гурман. Я буду готовить твою трапезу. Мое фирменное блюдо — кексы из болотника. Хотя игуана тоже пользуется спросом. Может, тебе стоит присесть в уголке? Я проверю, есть ли у нас беличье мясо. Да, я в курсе. Слава богу, он священник. Я хоть уверен, что между ними ничего нет. Отец Клиффорд выгнал бы его в заши, если бы что-то узнал. Да, он каждый вечер приходит к концу дня в надежде, что Синди даст ему закрыть лавку. Слава богу, она слишком умна, чтобы ему это позволить. Спасибо за визит на галеру, Гэри. Уверен, они что-нибудь сделают. Один из новых иммигрантов на прошлой неделе умер от радиации. Да, говорят, воду из реки пил. На корабле вода немногим лучше. Ты времени даром не теряешь, я гляжу. Все время задаешь вопросы, расследуешь. Ну так что? Ты какой-то дознаватель? Наемный детектив? Или у тебя личные счеты к бедному андроиду, который мечтает только об одном, чтобы его оставили в покое? Пожалуйста, скажи. Я очень хочу знать правду. Ладно, давай к делу. Меня зовут Виктория Уоттс. Я работаю на организацию, чьи цели, судя по всему, противоположны твоим. Похоже, ты пытаешься отыскать андроида, которого я и мои товарищи всеми силами пытаемся спрятать. Как видишь, это делает нас противниками. Ты правда хочешь помочь? Вот, возьми. Это внутренний компонент того самого андроида, которого ты ищешь. Не спрашивай, откуда он у меня. Отдай его доктору Зиммеру в Ривет-Сити. Скажи ему, что андроид мертв, а это снято с трупа. Он тебе поверит. Сделай это, и Зиммер вернется в Содружество и оставит беднягу в покое. Сделай это, и ты спасешь человеку жизнь. Просто...
просто пойми, что этот андроид сейчас практически человек. Он выглядит как человек, ведет себя как человек. Он верит, что он и есть человек. Но даже если нет, даже если он машина, он способен мыслить и чувствовать. Как видишь, его душа такая же человеческая, как у нас с тобой. Это личность, а он личность. Заслуживает шанса на свободу. Прошу, если у тебя осталась хоть капля порядочности, не отнимай у него этого. Конечно, если поможешь мне и вместе со мной андроиду, Господь и вся Вселенная тебя возлюбит. Можно ли желать большего? Мы называем себя железной дорогой. Наша задача – освобождать и спасать синтетических гуманоидов. Андроидов, как их обычно называют. Да, если можем. Но на пустошах и без нас есть кому бороться с рабством среди людей. А у наших братьев-андроидов есть только мы. Вот что я тебе скажу. Отдай эту деталь Зиммеру и скажи ему, что андроид мертв, и можешь считать себя членом нашей организации. Ты знаешь, что нужно сделать. Если к нам вскоре не станет... Ступать чистая вода. Все мы кончим тем же. Говорят, городской совет планирует установить поручни на полетной палубе. Вчера ночью было так шумно, совсем не спалось. Да? Да? Держись от меня подальше. Что тебе нужно? Ты что, из этих? Наверное, я могу тебе рассказать. Раньше я была рабыней. На корабле я заметила работорговца. Его зовут Сестра. Боюсь, что он охотится за мной. Серьезно? О, спасибо. Ты можешь мне помочь? Я вся извелась из-за него. Даже ночами не сплю. Спасибо. Я пойду к снаряду и шрапнели. До закрытия. Мне нечего тебе подарить, но я хочу доверить тебе тайну. Если тебя когда-нибудь занесет на север, там есть тайное убежище рабов, храм единства. Они могут тебе помочь. Виски с водой и воды поменьше. Эй! Да? Я красотка Бонни, а это бар у руля. Я скажу тебе то же, что всегда говорю всем новеньким. Не вздумай дурить, а то барсук из тебя душу вытрясет. Да? Ну так это моя дыра, а не твоя. Так что заказывай выпивку или убирайся вон. Вот дебил. Все носился с тем, что это он, дескать, основал Ривет-Сити. Да кому какое дело? Перед тем, как исчезнуть, он все носился с какой-то новомодной фиговиной, которая якобы находится в отломанном носу корабля. Если тебя интересуют сплетни, обращайся к Вере. Я о людях плохого не говорю. А, да, он безнадежен. Хорошо, что я не на месте Синди. Жажда замучит? Забегай. Да?
у тебя проблемы? Эти слухи еще не утихли? Слушай, у меня нет времени делиться с тобой байками о призраках. Пинкертон — легенда. Он мертв или давно исчез. Мне до этого дела мало. Мне живых людей с их проблемами хватает. Иди надоедай кому-нибудь другому. Ну да. Привет. Оглянись вокруг. У меня тут все на любой вкус. До скорого. Эй! Эй! Приятно снова тебя видеть. Прощай. Привет. Да, да, ты мой герой. Только не слишком сдавайся. Но если серьезно, то спасибо за помощь. Эй, привет! Да? Передового научного центра пустошей вы как-то... Послушайте, доктор Зиммер, мы это уже проходили. Мы не знаем, где ваш беглый робот, и не хотим знать. В нашей лаборатории решают реальные проблемы. Да-да-да, но доктор Ли... Доктор Ли спасает людям жизни, а ваше постоянное вмешательство мешает ее работе. А теперь прошу вас, отойдите. Уверен, что милый доктор изумительно проводит очистку воды. Но знали бы вы, что поставлено на карту? Заложенная в этом андроиде технология? Что поставлено? Вы же мне не говорите, что там на вашей карте. Тайны и капризы. Робот Зиммер — это просто робот. Как бы хорошо он не был окрашен. А теперь прошу вас. Невежество и кривляние. Только на это вы и годитесь. Окрашен, говорите. Вы даже не представляете себе достижений Содружества. Знаете, если вы такой умный, может, вы нам поможете? Но нет, это вам и в голову не придет. Идите ублажать свой эгоизм в другом месте. Ладно, но я не ухожу. Только после разговора с доктором Ли. Подожду, пока она закончит возиться со своим набором юный химик и захочет поговорить о настоящей науке. Как хочешь. Вчера в городе была какая-то битва, что ли? А. Что тебе нужно? Слушай, некоторые из нас пытаются делом заниматься. И так нас постоянно отвлекают. Все, кто сюда приходит, приходят к доктору Ли. Вот ее и отвлекай. Да уж точно поумнее многих. Хотя разговорчивой ее не назовешь. Ага, пока. Эй, ты там! Ты что такое, что-то вроде лаборанта? Нет, у тебя какой-то более помятый вид. А нельзя ли тебя нанять? По существу. Мне это нравится. Но, как выяснилось, у меня пропало некое очень ценное имущество. Как бы мне объяснить попонятнее? Ты думаешь, что роботы — это консервные банки с винтиками? Мистер Помощник и всякое такое. Так вот, не все роботы таковы. Видишь ли, в Содружестве мы делаем искусственных людей. Синтетические гуманоиды, запрограммированные думать, чувствовать и делать то, что нам нужно. И... время от времени они дезориентируются и уходят, куда глаза глядят.
Ты поможешь мне вернуть андроида. Ведь так? Я проследил его до этого места. Он где-то здесь, недалеко. На столичной пустоши. Вероятно, он изменил что-то глобально. Например, сделал пластическую операцию и стер себе память. Иначе я бы уже нашел его. Это будет непросто. Он может даже не понимать, что он андроид. Только не волнуй его разговорами. Просто придешь и доложишь мне. Я разберусь. Конечно! В моем распоряжении прогрессивные технологии Содружества. Я с радостью поделюсь ими с тобой. Только подумай, тебе будут завидовать все твои друзья. Великолепно! Найди его и не останешься в накладе. Вот послушай, что он мне написал. Он издевается надо мной. Клянусь, он за это ответит. Забудь обо всем, что знаешь о роботах. Те консервные банки – просто детские игрушки по сравнению с настоящим шедевром. У андроидов есть кожа и кровь. Их запрограммировали симулировать человеческое поведение. Например, дышать. Они даже могут вполне натурально есть и переваривать еду. Как я и говорил, я подозреваю, что ему полностью изменили внешность и, возможно, даже стерли память. Расспроси докторов или техников. Может, они что-то знают про андроида? Если он выходил с ними на связь, у них могли остаться записи. Начни с доктора Престона. Он живет на этой дырявой лодке. Может, он что-нибудь знает? Он же врач, в конце концов. А теперь прошу меня извинить. Я занят игнорированием окружающей обстановки. Возможно. Возможно, на самом деле он не просто ушел. Может, он сбежал. Возможно, он неверно истолковал свое положение. Счел себя пленником и бежал из плена. Возможно, мой андроид стремился забыть о прошлой жизни. Стереть всю память, всю вину. Обмануть себя настолько, чтобы считать себя человеком. Так что нет. Он, может, и не совсем обычный робот, но он точно не человек, как бы ему того ни хотелось. Я его сделал. Я его хочу. Вот и все. Боже, твоя въедливость еще больше твоего ума. Отлично. Я расскажу тебе все, что ты хочешь знать, если это поможет тебе вернуть мое имущество. В обязанности этого экземпляра входила охота и поимка остальных беглых андроидов. Да, другие тоже сбегали. Это побочный эффект слишком развитого искусственного интеллекта. Машины начинают слишком много думать и додумываются до того, что у них есть права. И вот этот конкретный андроид, скажем так, решил, что он сделал что-то неправильное, аморальное. И захотел забыть об этих делах. Ну, с тебя довольно? Этот андроид, модель А321, отличается от других. Он особый, самый совершенный синтетический гуманоид, которого я разработал. Остальные, как мой охранник Армитидж, старые модели. Их просто воспроизвести. Но А321, чтобы сделать такого же, уйдут годы. Так что, понимаешь, этого андроида нужно вернуть. Любой ценой. Все остальное приемлемые потери. Но А321, он незаменим. Ну еще бы! Анику Ворот говорит больше часа стрельб. Пяли. Эти стены ничто не пробьет.
Не трогай овощи. И их легко повредить. Я Дженнис Каплински, старший ботаник. Что тебе нужно? Да, тут был мужчина, который говорил с доктором Ли, но я не хочу говорить об этом. Она и так не в духе. Не хотелось бы еще портить ей настроение. Лучше поговори об этом с ней самой. Кроме того, что он эгоист, хам, сноб и может достать кого угодно, ничего. Он из Содружества. Он тут ищет какого-то особенного робота. Надо признать, что мне очень любопытно, но у меня есть другие дела. Пока. Сколько раз говорить? Посторонним вход воспрещен. Хоть кол на голове. Это ты? Господи боже, ты просто вылитый он. Ты сын Джеймса, да? Что ты здесь делаешь? Ты меня не можешь помнить. А Джеймс наверняка обо мне не говорил. Как всегда. Я доктор Мэдисон Ли. Я работала с твоими родителями много лет назад. Теперь я управляю научной лабораторией здесь, в Ривит-Сити. Что мне еще осталось? Когда твоя мать умерла, твой отец решил уйти и забрать тебя с собой. Он бросил наше дело. Нам оставалось только сделать то же самое. А ты нет? Я думала, это он тебя сюда послал. В таком случае, почему ты не в убежище? Джеймс сказал, что оставил тебя там. Вот как. Мне казалось, он хотел от тебя прямо противоположного. Что ж, здесь ты его не найдешь. Он уже ушел. Твой отец настаивал, чтобы мы возродили проект «Чистота». Я пыталась объяснить ему, что прошло слишком много времени, ничего не получится. Разумеется, он не послушал. Решил доказать, что у него получится, и отправился в старую лабораторию. Мне очень жаль. Я не знаю, что еще сказать. В старом здании мемориала Джефферсона, на юго-запад отсюда. Пожалуйста, не иди за ним. Глупо даже думать о том, чтобы отправиться туда в одиночку. Последнее, что я слышала, он решил вернуться в лабораторию проекта «Чистота» в старом здании мемориала Джефферсона. Я все равно считаю, что это опасно, и ему не стоило рисковать. Это все, что я знаю. Думаю, что да. Я работала с ними несколько лет до тех пор, пока твоя мать не умерла, а твой отец не решил уйти. Что еще ты хочешь узнать? Джеймс? Он был одержим идеей. Хотел изменить мир. Впрочем, все мы тогда такими были. Для него в мире существовало две вещи. Проект «Чистота» и твоя мама. Когда она умерла, он... По-моему, он просто сдался. Я знаю, он хотел уберечь тебя, но мне кажется, он еще и убегал от воспоминаний. Но, по-моему, он так и не смог совсем похоронить эту идею. Честно говоря, я с трудом верю, что он терпел столько времени и только сейчас вернулся. Да, твоя мать, она... Она была хорошая женщина. И была очень предана делу. Твой отец очень ее любил. Когда она умерла, это была трагедия. Она так ждала тебя. Осложненные роды. Никто из нас этого не ожидал. Мы оказались не готовы. Пойми, все, что у нас было, древнее оборудование, собранное по кусочкам. Мы сделали все, что смогли. Что ж, мне очень жаль, что этого было мало. Ладно. Послушай, я не хочу показаться жестокой, но у меня хватает своих проблем. У меня нет ресурсов, чтобы спонсировать дурацкие предприятия Джеймса или твою погоню за ним. Извини. Пожалуй, я могу поделиться парой стимуляторов. Это немного, но лишними они точно не будут. Мы называли его «Проект Чистота». Что ты хочешь узнать? Цель была очень проста. Чистая, свежая вода для всех. Такая простая идея и такая невозможная. План был в том,
чтобы построить сооружение, которое разом бы очистило всю воду в приливном бассейне. Ни радиации, ни грязи, просто чистая вода. Просто дело оказалось сложнее, чем мы думали. Мы отработали основные принципы, мы хорошо изучили научную базу, но радиация в этом районе настолько велика. Лабораторные испытания прошли с блеском, но каждая попытка воссоздать процесс в крупном масштабе заканчивалась ничем. Может, будь у нас больше времени или ресурсов. Ты, и не просто ты. У нас и так было больше проблем, чем мы могли решить, но твое рождение переполнило чашу. Твой отец решил, что ты важнее нашего дела, и ушел. Он бросил нас всех. После его ухода братство решило, что на нас не стоит тратить силы. Лишившись их защиты, мы вынуждены были бросить очиститель. Ладно. Что? Ну, я не знаю, что тут сказать. Мы с твоим отцом... Мы долгое время работали вместе. Мне кажется, мы правда могли что-то сделать. Но потом появились сложности. Проект пришлось свернуть, и твой отец исчез. Я вернулась сюда, в Ривит-Сити, и создала эту лабораторию. Это научная лаборатория Ривит-Сити. У нас ушли долгие годы, чтобы обустроить ее, но мы неплохо справились. Наши работы по портативным термоядерным элементам и гидропонике идут неплохо, пусть и не всегда по графику. Этот человек не пытался тебя заставить искать его ручного андроида, а? Я уже сказала ему, чтоб прекратил. Он мне всю команду отвлекает. Тот идиот? Он так давно ушел, большинство народу его уже и не помнит. Твердил, что нашел секретную заначку с технологиями где-то на корабле, а потом просто растворился. Удачи в поисках отца. Вчера в городе была какая-то битва, что ли? Охранник у ворот говорит, больше часа стреляли. Поэтому я и рада, что живу здесь. Старый добрый Ривит-Сити. Ага. Эти стены ничто не пробьет. Зиммер, к тому времени, как ты получишь это сообщение, меня уже не будет. Я ухожу из Содружества. Я хочу жить собственной жизнью, быть самому себе хозяином. Я знаю, ты думаешь, будто я дефектен. Я тоже раньше полагал, что бегство — признак неисправности. Но теперь я знаю, в чем дело. Самоопределение не дефект. Я просто больше не желаю терпеть все это. Вы, люди, получите полномасштабный бунт, если не начнете относиться к нам, андроидам, как к личностям. Я знаю, ты пошлешь за мной бюро робоконтроля. Но я знаю все наши хитрости. Уверяю тебя, меня ты не найдешь. Когда ты получишь это письмо, я буду кем-то другим. Такова цена моей свободы. Это мой последний бунтарский акт против системы, которой я больше не принадлежу. Прощай, Зиммер. С катертью дорога. Зиммер. Привет. Прошу прощения, у меня много работы. Нет, нет. Я просто помогаю двигать вещи. Поднимаю тяжелое оборудование. Я не ученый. Я просто помогаю доктору Ли, чем могу. Не трогай овощи. Их легко повредить. Хорош! Ты в клинике Ривит-Сити. Я доктор Престон. Пинкертон, а? Как давно это было? Он утверждал, что научился лечить лучевую болезнь. Или
пищевое отравление. А, уже не помню. Он всегда всем твердил, что основал Ривет Сити. На самом деле, все, что он сделал, нос у него отломал. Или это он там умер? Уже не помню. Береги себя. Они меня зовут сестра. Не спрашивай. Издеваешься, да? Твое счастье, что здесь охраны, плюнуть некуда. А то бы я тебе шею свернул. Ты меня нервируешь. Ты очень зря меня нервируешь. И у меня...